Я скажу, результат закономерен. В первом тайме мы лучше играли, соответственно, был результат в нашу пользу. Во втором тайме ребята остановились, непонятно, что с ними. Закономерно. Динамо во втором тайме лучше на голову играл. Что можете сказать по поводу следующего соперника? Какой там ждете результат игры? Результат не могу сказать какой, но будем стараться играть на выигрыш. Ну, в целом, вообще, эта игра не испортила настроение, как? Да нет, все нормально. Тренируемся, идем дальше. Смотрим, кого можно дальше брать с этих ребят. Поэтому все нормально.